Друзья, в продаже у нас появилась Lada Largus 2019 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 87 лошадиных сил. На механической коробке передач, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС. Всего один владелец. Авто приобретался у дилера. Установлена сигнализация. Автомобиль в очень хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Имеются противотуманные фары. Литые диски. Внутри у нас установлена сенсорная мультимедиа с пультиком на руле. Электростеклоподъемники передних дверей. Кнопка SOS, имеется подлокотник, салон в отличном состоянии, сзади у нас механические стеклоподъемники, диван, багажник также в отличном состоянии. У автомобиля была бережная эксплуатация. Автомобиль в очень хорошем состоянии, дилерский, с сигнализацией. С оригиналом ПТС, всего один владелец.